народ общей тучкой сбежался, звездочку и две уши туда кинул. Да, нужно растасаться вокруг, и там уже метка, когда появилась, в нее сбегаться, а не до этого. Так, рыбу ставлю. Бафайте всех. Быстрее тут. Рогу поднимите. Да там в теории, там всем даже вообще стоять не надо, когда вот он таргет выбрал. Там милики все равно дойдут до этой метки. И уже разделят урон. Там хватает, чтобы, блин, 1-2 человека стояло и все. Чё там с разумом? Эмоции брата пока. Релогуюсь там, если хилам не... Сахалиновичу надо друид. Обмен давай, Вань. Что там еще? Плечо. Надо. Грудак тоже никому не надо. Поехали дальше. А, быст. Я сам распылю. А, что там гнить? Тебе грудак надо, в смысле, на этот? А, да. Держи. Все, поезд готов? Ригар, скальпер, гробот, гробот. Гробот тут? Готово. Блять, не то. Эй, бам. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот. Все спокойно, Денис, пей тогда.
стену убежали. Все, побежали, не лезли. Вот о чем я и говорю. Две уже в метро. Не сбегайтесь сразу, ждите метку, после этого только сбегайтесь. Стойте в... Красного, красного. Убиваю гнили, убежал. Красного влейтесь, топку босса. Ну, вот сейчас ты можешь зарядить. А он... Милики отбежали от него. Добили спокойно после этого. Сколько у тебя? Да, заряжай. Заряжай, оставь фьюз. Босса бьем. Зарядил? Красавчик. Ну все, блядь, сейчас обязан учить и делать. За... Из-за спины босса убежали все. Полбы сейчас будут. Милики. Веди. Все нормально. Тене. Тене. Убиваем милик. Чек, бегитесь. Чегрис, бегите. У меня. Все, босса дальше бьем. На красного хватает? Куда хватает? Ну, в красного, РДД в красного заехали. РДД в красного заехали. Этот урон побежал. Милики тоже красного. Больше по красному даем. Добили красного. Вводи от полба. Полба не лутайте. Генев. Я на маленечко. Лену маленечко БР. Сахалинович, давай, БР Лену. Чё там легко? Денис. Не плюнул. Так ты плюнешь, нет? Ни хрена. Уходить. Идем. Концов. Да, сейчас все нормально было, только у нас так не замедлили, но. А что не замедлил? Я не плюнул, что ли? Ну, сорян, ребят. Я заруинил всю хуйню. И вот, народ, вам на будущее, вам раз 10 сказали, вам нужно стоять не в звезде, а вокруг звезды. И вы как стадо ломанулись всей толпой, у вас две лужи упало в звезду, и помимо этого метка в звезду. Вообще за... Сейчас встаем все. Ходим, на принцов идем.
Нет, в целом по ДПС мы проходили. Ну, если без смертей, наверное, да. Ну, да, просто вот этих мелких косяков их до хрена было. По ДПС мы проходим. Там первые же эти пельмени 5 человек поймало, после этого еще 5, ну, и так далее. Все в одной куче стоят, выбирается метка, пельмени в эту кучу летят. Плюс лужа в эту же кучу. И Валя тоже наша. Приветствую. До скорой встречи. Че, Валю завели? Ну? Обычно, блядь. Все у вас не как всегда. Блядь, хоть не я один рак. Получается, так. Влад, а ты вторую кровь этому Андрею отдал? Угу. Агро. Так, череп убиваем, звездочку, гробот шаклиш, ченька убиваю, гниль покаяния. Месяц скальпер, ромбик, воет, шакл и конт. Крестик. Череп убиваем. Раздайте. Сейчас добегу. А, нет, стоп. Там креста еще нет. Не пускала. Гробот звездочку. Луну скальпер. Убиваю гниль печеньку. Крестик конт. Ромбик воет. Все, раздайте контроль. Все кучнее, встаньте, чтобы так не прыгал. Ну погнали. Кто там дальше? Раздайте контроль, чего стоим? Звездочку следующую в рейд тащите. Станы по нему проходят. Встаньте. Блять. Мало, я кто-то сбил. Станы? Звездочку следующую. Печеньку следующую. Экстрем гипонии. Руну следующую брейк. Грипы. Добейте.
далеко не убегайте, сейчас закрыт. Все те же самые люди на тех же самых метках. Создайте контроль чекап, заливаем. Точнее, встали. Это вот тактика, залили. Станы опрокиньте по ним. Станы по ним проходят, паладины. Войд, встань в рейд. На тебя блинкуются и время делается. Печеньку следующую. Ромбик тащите. Вагонетку забери, я тут. Поднимите тех, кто упал. Поднимайте тех, кто упал. Череп заливаем, также все кучнее встали. А, гробот, звездочку, скальпер, луну. Зашатлите. Все, раздайте. Я на пуле. Иди подальше. Нет. Оставьте. Так, типа, залейте. Шакал, звездочку. А, ну ладно, все, не надо. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Сейчас разгоним. Наши силы едины. Ноги ролл. Успех. Братья, и уничтожьте наших врагов. Крупный ролл. Успех. Редкие анхолики. Руки.
землю. Друиды. Ханты. А, нет, ханты больше надо. Друиды, ханты. Так. О, можно, да? Далекую землю, да? Обмен кидай. Руки. Звездочки обмен. Это что у меня? Это у меня? Руки, да? Или что тебе? Сахалинович, этот на посох. Дай обмен. Дальше, чё-то. Саботяга. Нафиг тебе руки эти. Я на посох рулил. А. Я же спрашивал, на офспит. Да-да-да, я говорю, выбирай. Обмен на звездочки. Шкаф поставьте, шамана суманите. А, нет, стоп, брат, нет. Блять, боя нахуй. Ганлер обмен. Да, ты в ДД, Таха. Это фигня ролл. На. Травму рольте. Калинович обмен. Где спина? Так, Линович, травма. Че, вагонетки нету, что ли? Че он не ролит? Не знаю, я на комбо-то заберу. А у него эти зажи. Бля. Счет. Чё ты их вырулил? По старой этой, да? Боли. Так, Эксон. Сахалинович обмен. Так, все. Босс допускаем. Получается, на кинетиках у меня сидит. Шамана убирать. А, печеньки еще, блядь. Это фигня рольч. Первым двум паролом. Шишка, Андрей, обмен. Андрей, обмен звездочки. Так, на кинетиках сидит четкий саботяга. Четкий саботяга и шишка. И прист ШП воет. Который пиритус. Пошла пуля. Незабываемый РНЖ и никакого ауди. Татурон, забеги левого килисета. Вагонетка, отводи. Татурон, забеги килисета. Отведите все. Прямо отбегай от него. Отбегай, отбегай, чтобы он убежал. Не пытайся к нему в мили подходить. Отбегай в... Убери вагонетку. Таунт и отбегай в ранее. Отбежали мили. Ах, бля, весь пуш проебал.
кинетики поднимаем. А в теле иди и набирай агро и собирай себе. Лена Берни, Лоликс, Сахалинович, Аргурана. Геру дайте, Талдорам объем. Калинович, Аргурана подними. Четвертая пати маг. Давал, давал я ему, блин, БР. Он встал и умер. Понимаю. Еще раз дать, нет? Кинетики поднимаем, отдыхаем, 50 мы бьем. Бежали милики. Моя чаша полна. Викси, молодец. Прольется кровь. Это заклинание. Прольется. Моя чаша полна. Молодцы, мы на цели. Они разбежались. У нас как там просто стерло. Ибо сила сферы питает меня. Я пока не могу прочитать это заклинание. Моя чаша полна. И прольется кровь. На цели сейчас будет, стоим, отдыхаем, беседу не бьем. Цели 5 секунд. Лунара бьем, добиваем. Обслутер у меня. Вижу. Разбежали. Чаша полна.
рано убиваем. Что ядро здесь делает? Кто, блядь, его ударил? Беги, малышка, беги! Или кто-то? Сколько осколков выпало за этот трейд? Чуть, по-моему, чуть ли не каждый босс, не? С кораблей только не было. Сява плачет. Давайте, поехали дальше. Скальпер, звездочку, робот, бронзик. Арктику убиваем, все куча стоим. Сейчас бой рейснут, я просто. Убиваем звездочку, скальпер, месяц, робот. Сначала тактику дайте, шаттл, потом уже. Давай, скальпер первый попер. Только не уешьте. Точнее, встаньте, чтобы он не прыгал везде. Станы по нему проходят, станы ему опрокинь по один. Вот так и повернем. Станы по звездочку выдать. Да оставь, пусть уже в рейде будет.
Звездочку шакал первым. Кружочек, гробот, скальпер, звездочку, трусы. Воет. Раздайте. Сначала звездочки выдайте. Все, кайф. Там промах вылетел, скорее всего. Не, встаньте, чтобы не придумал. Рыбку ставлю, кушайте. Урон. Вагонеткой стоишь, зеркало делишь. Зеркало ловишь и стоишь, просто бьешь босса. Остальные вестрей стоите в звездочке. У вас будет накладываться дебаф выборочный. Стоящий сектор не называется. Вот этой звездочки идите вдоль вот этой стены, разбивая лужу. Если там уже есть лужа, рядом с ней пробегаете. Также разливаете. Все это делается по правой стороне от вас. Когда встаем после летной фазы в ромбик, в одну кучу, уже по вот этой вот стене, где, где треугольник стоит. Еще будет вешаться на вас дебаф пакт. Будет связывать троих игроков. Этим игрокам нужно будет, если что... Блять, вырубите эту хуйню. Да дебил какой-то, сука, балуется. Что в голове у людей? Танки пошли.
неразумное решение. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Как вам такое? Кими побежал. Ардуран побежал. Сколько там до укуса? 5 секунд. Запущу. Тени 5 секунд готовим. Соботяга побежал. Летник побежал. Влево отойдите. По центру. Все, по центру репета шамана. Ставьте. Дистанцию набрали, две фигурки прожали, около есть. Центра съебитесь нахер. Лоликса укусишь, Лон? Я Рейгара укусил. Я укусил ШП, у меня прям сразу. Тень еще был. Андрей выбежал. Конт любого ДД укуси. Выбежал Эксон. Момент прока. Убейте меня. Да? Ага, 500 тонн. Не смог укусить Сау. Наверное, потому что он уже укушен был. Наверное, потому что он уже был укушен, на нем уже укус. Диван. Они не стакаются. Укушенного уже кусает. Укушенного уже нельзя укусить. Зачем мне сюда? А, пой. У тебя не получилось. Упадите, упадите. Как вам такое? Пока у него диван висит. Да, что у меня диван... в диване убили. Не почему повезло. В диване нет? Ну, в смысле, там... убить может в диване, но это... Сейчас главное, что... Есть такая информация о том, что осталось минут до персы, с учетом того, что даже прокосячили с укусами, не успели бы. Не, Геру бы просто дали бы там под конец. Ну, не под конец, а под Герсу. Под Герой и со всеми метками было нормально, было бы все.
Ну сейчас посмотрим. Забафайтесь по фу, по укусам объясняю. Я, допустим, если ловлю или эксом. Первых двух. Если я ловлю эксона, кусаю, если эксон ловит меня, кусает. Потом я раскусываю, допустим, Рейгара, эксон раскусывает Лоликса. Лоликс раскусываю Шаргурана.